Иммунохелс. В Иммунохелс не лечат симптомы. В Иммунохелс обнаруживают истинные причины многих хронических заболеваний и помогают их устранить навсегда. Иммунохелс – это уникальная клиника, работающая на основе методологии, разработанной группой выдающихся ученых и врачей в Европе. Сегодня эта методология защищена патентом США. Иммунохелс не для всех, а персонально для вас. Программа Иммунохелс разрабатывается индивидуально, с учетом уникальных наследственных и физиологических особенностей каждого пациента, на основе специального иммунологического теста. В этом принципиальное отличие программы Иммунохелс от других традиционных диет. Даже самая полезная пища может оказаться истинной причиной ваших серьезных хронических заболеваний, если она не подходит именно вам. При нормальном пищеварении еда расщепляется до простых молекул, необходимых для нормальной деятельности организма. Однако наше пищеварение часто не справляется с полным расщеплением съеденного. В результате в кровь попадают сложные молекулы и даже мелкие частицы нерасщепленной пищи. Система защиты организма воспринимает эти частицы как чужеродные тела, аналогично бактериям, и вырабатывает к ним большие количества защитных белков, антител. Пищевые частицы и антитела соединяются и образуют в крови крупные комплексы. Эти комплексы выводятся из организма с трудом и, циркулируя в крови, постепенно накапливаются в тканях, вызывая местные воспалительные процессы. Если не обратить на это внимание, процессы накопления могут продолжаться годами, что означает годы хронических заболеваний. Астма, мигрени, артриты, нарушение деятельности головного мозга, болезни сосудов, носоглотки, кожи, кишечника, ожирение – лишь некоторые заболевания, которые могли бы не развиться, если бы вы выбрали только ту пищу, с которой успешно справляется ваш организм. Запатентованная технология Иммунохелс позволяет точно определить индивидуальную чувствительность каждого человека к пищевым продуктам. На основе серии тестов можно определить причины ваших заболеваний и разработать индивидуальную программу их устранения. За короткое время наши пациенты полностью избавляются от болезней, которыми страдали долгие годы, или серьезно улучшают свое состояние. Моя дочь часто болела, страдала от экземы и приступов астмы. Дошло до того, что врачи назначили гормональные препараты. Весной школу вообще не посещала и не выходила на улицу. В полном отчаянии мы обратились в Иммунохелс по совету семейного врача. На основании тестов полностью исключили продукты с добавками сои. Многое из того, что раньше покупали в супермаркете, просто перестали покупать. Целый год с начала программы ребенок посещает школу. Чувствует себя хорошо, гормональные препараты отменены. Трудно представить, что мы заставляли ее есть то, что ей вредило. Программа Иммунохелс поможет избавить ваших детей от астмы, экземы, ожирения и других проблем. В жизни было столько проблем и неотложных дел, что некогда было обратить на себя внимание. Постепенно дошло до того, что я набрал более 100 килограмм веса. Трудно было ходить, одышка замучила и болели колени. Собирался делать операцию по замене коленных суставов. Тест Иммунохелс показал, что мне нельзя ничего молочного. Кто бы мог подумать, но за 4 месяца я вернулся в свой комфортный вес и похудел до 83 килограмм. Чувствую себя отлично. И операция не нужна. Программа Иммунохелс избавит от лишнего веса, многих желудочно-кишечных заболеваний и типов артрита. Я слежу за питанием, продукты покупаю только органические. Но оказалось, что мои частые мигрени от некоторых фруктов и зеленого чая, которые я считала полезными. Доктора Иммунохелс составили для меня индивидуальный список продуктов, которые мне следует избегать. Никаких лекарств не потребовалось. Пью чай теперь только фруктовый, а мигрени, от которых я страдала годами, прошли. Спасибо, Иммунохелс. Программа Иммунохелс поможет избавиться от мигрений и головных болей, нормализовать давление и уровень холестерина, избавиться от хронической усталости, акне и других кожных заболеваний.